Тройное убийство произошло в одном из спальных районов Алматы. В минувшую субботу в центр оперативного управления поступил звонок. Сообщили, что в квартире найдены тела женщины и двух ее детей с признаками насильственной смерти. Что произошло, попыталась выяснить Жамал Габдуллина. Трагический случай произошел в микрорайоне Мамар города Алматы. В квартире на 5-м этаже были найдены 3 тела – женщина и двое ее малолетних детей. Что случилось? Правоохранительные органы пока не дали точного ответа, а соседи теряются в догадках. Муж приехал, и там было закрыто. Ему пришлось вызвать, кто открывает эту дверь, чтобы сломали. Все, что знаем. Ну, то, что двое детей. Все, больше. Играли. Ну, у меня младший сын с ними игрался. Моего сына просто Амирлан зовут, и просто мы смеялись, что вот одинаковые имена. Департаментом полиции города Алматы начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий. Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев. Казахстанцы еще помнят страшную трагедию, где погибли дети. Это случилось 22 ноября прошлого года. Алматинка с 3 детьми выбросилась из окна 9 этажа в соседнем микрорайоне ЖТСУ. Тогда причиной стал конфликт с супругом. Что произошло на этот раз 6 августа в субботу, пока не сообщают. Жамал Габдуллина, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.